Жители Тюменской области передали в зону СВО медикаменты и маскировочные сети. Жизненно важные посылки поступили в гаубичный дивизион 73-й артиллерийской бригады. Медицинские препараты и маск-сети помогут спасти жизни военнослужащих. В этом подразделении плечом к плечу служат бойцы из Тюменской области и Ямала. Все необходимое, что мы просили, заказывали, все нам предоставили. Мой позывной «Игла», я ваши соседи, я сама с Янао, но очень много бойцов у нас именно с вашей Тюменской области. Поэтому от всех наших ребят выражаю огромную благодарность. Спасибо вам за поддержку. Очень важно, что вы о нас помните. Готовят к отправке гуманитарную помощь и в Тобольском совете ветеранов.